Так, ну вот он с садком. Почему мы такие непутевые, хочется сказать? Почему мы такие трусливые, боимся заступиться за себя, за детей, за землю свою? Почему мы заранее об этом не думали? Почему мы здесь и сейчас не понимаем, что нас предали? И система заодно, ну та, руку моет, здесь и всех психопат нас просто не сказать. А мы молчим чуть-чуть и думаем, что это все конспирология. Когда мы уже поймем, что нам пришло время защищать себя, своих детей, свою землю. Когда мы поймем глобализм обмана, что кругом вокруг нас выстроили такие сети обмана, что мы даже не можем поверить в это. Мы сидим на диванах, все переживаем. Говорим Тропцу, Курску, другим регионам, где обстрелы. Не переживайте, мы с вами. А когда нас всех начнут бомбить, то кому будет переживать? Люди, родственники, просыпайтесь, давайте. Ведь есть возможность защитить страну, себя, детей без кровопролития. Вы просто захотите это сделать. Что же мы так сильно это наблюдаем за всем? Я считаю, что нужно отправить в отставку и Путина, и правительство. Правильно говорит. Вот тут согласен. Информационная война на Садко, короче. Как эти ватники выключились, а включились так называемые хохлы. Я про хохлов не тех, которые на Украине, а те, которые это. Нормальные взгляды, так сказать, правильные. Не ватных взглядов, люди. Такие дела. Ну ладно. Она уже повторяется, смысл по второму кругу слышать. Да никогда. Пока всех не перебьют, чурками не заместят население страны.